Здравствуйте, в эфире телеканала «Первый Карагандинские новости», в студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Рыбное хозяйство, новая откормочная площадка и многое другое. Первый заместитель акима области Асылбек Дюсюбаев посетил Бухар-Жыравский район. Чем не понравилось властям шахтерской столицы скандально известная казахстанская группа 91? Почему концерты бойсбенда не состоялись в Караганде и Жезказгане? Невестка Бауржана Момышылы, общественный деятель Зиния Пахметова, встретилась с жителями шахтерской столицы. В непринужденной обстановке собравшиеся обсудили вопросы воспитания молодого поколения и укрепления семейных ценностей. Молодежь Карагандинской области активно вступает в волонтерские движения. На сегодняшний день уже сформированы несколько групп, которые занимаются различной деятельностью. Самозанятость студентов ограждает их от дурных поступков и раскрывает кругозор, отмечают чиновники. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков проверил эффективность проводимой молодежной политики. Глава региона встретился с активистами Совета по делам молодежи. На повестке дня вопросы о развитии волонтерского движения, в том числе подготовка к предстоящей международной выставке «Экспо-2017». По информации чиновников, для обслуживания и сопровождения гостей выставки сформирован состав волонтеров в количестве 150 человек. В Карагандинской области осуществляет деятельность 70 волонтерских групп с охватом более 1500 молодых людей из числа студенческих и учащихся молодежи. Данные группы работают по следующим основным направлениям. Это социальное волонтерство, спортивное волонтерство, экологическое волонтерство, волонтерство в области культуры, отрасли, связанных с защитой животных. Волонтеры имеют опыт работы на чемпионате Азии по велоспорту, на летнем этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина и других мероприятиях, пояснил докладчик. Это способствует повышению конкурентоспособности и профессиональной компетентности молодых людей. Бюджетный контроль и мониторинг трудоустройства молодежи. Продолжить работу по разъяснению государственных программ «Дорожная карта занятости», «Доступное жилье», «Дорожная карта бизнеса 2020». Глава региона поручил продолжать активную поддержку молодых инициатив. Только опыт и правильно выбранный путь поможет подрастающему поколению найти свое место в обществе, подчеркнул аким. Айя Мамрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рыбное хозяйство, откормочная площадка и другие предприятия Бухар-Жыравского района посетил первый заместитель акима области Асылбек Дюсюбаев. Во время визита он ознакомился с ходом реализации программ социально-экономического развития района. Первый объект посещения – рыбное хозяйство фирмы «Караганда Осетр». Здесь первый заместитель акима области Асылбек Дюсюбаев ознакомился с ходом работы рыбного хозяйства. Основным направлением этого проекта является выращивание, производство и реализация рыбной продукции из ценных пород. Разведение осетровых видов рыб производительностью 45 тонн в год. По следующему лету, к экспо, это будет уже товарная рыба, ну, полтора килограмма они будут весить. За хвост уже не возьмете. Далее первый заместитель акима области посетил предприятие «Тритон» в селе Уштобе. Оно занимается изготовлением кровельных материалов, доборных элементов кровельных и фасадных систем, водосточной системы, вентилируемых фасадов и многое другое. Кроме того, компания постоянно работает над расширением ассортимента и повышением качества. А здесь да, подороже, наши не делают, да, здесь пока такое. То есть, дороже, да? Оно дороже, да. То есть это уже идет как бы элит-продукт. Это вы на плечовку домов? Следующим объектом стало крестьянское хозяйство «Жаке». Ход строительства откормочной площадки на 10 тысяч голов крупнорогатого скота. В настоящее время хозяйство закончило строительство 6 животноводческих помещений на 3 тысячи голов. Основная цель проекта – реализация программы увеличения экспортного мясного потенциала региона. Сейчас привезем пробный, посмотрим, как это получится, а потом уже будем дальше доставлять. Ой, здесь да? Будет где-то. В ходе рабочей поездки Асылбек Дюсюбаев провел совещание по социально-экономическому развитию и защите бюджета Бухар-Жыравского района на 2017-2019 годы. Об итогах развития доложил аким района Нуркен Кобжанов. Он подробно остановился на каждом пункте, выделив при этом, что бюджетные деньги были использованы эффективно.
На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в рамках программы с дипломом в село 16 миллионов тенге. В сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в населенных пунктах. Но это очень актуальная такая программа, Асхат Сембаев. Действительно, молодежь приезжает, и как бы в этом направлении это большая поддержка. В завершение совещания по социально-экономическому развитию Бухаржираусского района первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев дал ряд указаний и поручений. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В 18 и 19 октября фанаты скандального бойсбенда 91 были разочарованы. Концерты, запланированные в Караганде и Жезказгане, не состоялись. Поклонникам вернули деньги за купленные билеты. Изначально шла речь о том, что отмена выступлений произошла из-за массовых обращений жителей, а именно так называемой активной молодежи, которые недовольны имиджем певцов. Позднее чиновники озвучили другую версию. Истинные причины срыва гастрольного тура выясняла Аймамрина. Это кадры, снятые 18 октября перед зданием цирка. Толпы поклонников группы 91 не могут попасть на концерт. В кассе всем рассказали об отмене выступлений и вернули деньги. Перед цирком собрались две группировки – фанаты бойсбенда и их оппоненты – так называемая «активная молодежь». Фанаты 91 считают, что их права были ущемлены. Отменять концерты по чьей-то прихоти недопустимо, утверждают поклонники. На концерт, с их слов, приезжали со всех районов области. Самые преданные фанаты даже приготовили подарки певцам. Они собрали 25 тысяч тенге и заказали куклы. Мы вот по 200, по 300, вот даже вот школьники. Кто как смог, все сдавали. Мы сами ходили к ним домой, они к нам приезжали, чтобы сдать деньги. Вот. Мы сначала вот посчитали, какая сумма. Мы ждем найти в нашем городе, мы их поддерживаем, мы их слушаем. Наши права были ущемлены тем, что мы не смогли пойти на концерт. Мы их ждем в нашем городе. Группу 91 слушает больше 70 стран разных. Благодаря им они учат казахский язык. Узнали, что казахский язык – это красивый язык. Присылают видео поздравления на казахском языке. У них очень много фанатов в России, например, в Канаде, во Франции. И благодаря группе 91, как бы, да, все со всех стран, все люди начали с друг другом общаться, делиться новостями. У них нет личной официальной страницы, у самих, допустим, у Алема или у Айзи, у них есть, имеется в виду, в общем, одна страница в Инстаграме. И они, мне кажется, никогда не заболеют звездной болезнью, потому что им некогда сидеть в страницах, и они работают только. И делают и у них есть фандомы, фансайны, фан-митинги. И это все только для Иглс, и мы их решили поддержать. В управлении культуры объяснили причину срыва выступлений. По словам чиновников, организаторы концерта попросту не заплатили за аренду помещения. Администратор, скажем, или директор этой группы, данной группы, просто не заключила договор с управлением госактивов по аренде данного помещения, в данном случае цирк, по аренде. Их администратора еще 2 недели назад предупреждали, что по правилам, вот, по закону нужно вот так вот заключить договор. Управление госактивов свои обязательства выполнила, она на портал подавала. Ему нужно было просто явиться и заключить договор. Вот и все. Также чиновник подчеркнул, что имидж певцов и их поведение на сцене не может влиять на проведение или отмену концертов. Управление или власти области не вправе диктовать певцам свои условия. Айя Мамрина, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде арестована директор скандально известной компании «Оптовка». Предпринимательницу Елену Колесникову подозревают в мошенничестве через создание финансовой пирамиды. По официальным данным, заявлением обратились потерпевшие. Ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов тенге.
Решение об аресте приняли в Октябрьском районном суде 18 октября. Предпринимательница будет находиться под стражей 2 месяца. Постановление еще не вступило в законную силу, поэтому несогласная сторона может обжаловать его в апелляционной инстанции. Напомним, о скандале вокруг фирмы стало известно 6 октября. Тогда вкладчики ТОО «Финанс Опта Групп» начали штурмовать прокуратуру Майкудука. Возле здания собрались свыше 100 потерпевших. С их слов, директор оптовки заключала с клиентами договор о совместной деятельности, обещая большие проценты. Они вкладывали деньги и получали баснословные проценты каждую неделю. 18 октября текущего года Октябрьским районным судом города Караганды санкционирован арест в отношении директора ТОО «Финанс Орто Групп» Колесниковой сроком до 2 месяцев. Айем Амрина, Жаслам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области отметили 21-ю годовщину создания служб гражданской защиты. В честь Дня спасателя в Карагандинской пожарной части номер 17 была организована выставка техники, а также праздничный концерт. 19 октября 1995 года был создан Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. За прошедшие годы система чрезвычайного реагирования прошла большой путь, став важной составляющей национальной безопасности республики. И даже непогода не помешала карагандинским спасателям провести настоящий смотр боевой техники. В Карагандинской области действует около 90 подразделений аварийно-спасательных служб. За этот период с нами совершено более 5000 аварийно-спасательных выездов, где спасены более 800 человек, жителей нашей области. Это и на пожарах, наводнениях, на снежных заносах в зимнее время, на дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах нашей области. Вот благодаря ежедневному, можно сказать, героическому труду спасателей мы обеспечиваем безопасность наших граждан. Торжественное мероприятие состоялось уже в актовом зале пожарной части номер 17. Почетные грамоты, благодарственные письма вручены ветеранам служб ЧС. Юбилейные медали от имени Министерства внутренних дел вручены лучшим сотрудникам. Среди них и Умбет Каналин, главный специалист отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что в первую очередь честник должен быть мужественным, самоотверженным, то есть не бояться поставленных перед ним трудностей и в первую очередь думать не о себе, в первую очередь думать за других. В этот день хотел бы поздравить своих коллег, спасателей, людей, имеющих отношение к этому делу, с профессиональным праздником, днем создания служб ЧС, пожелать всего самого наилучшего, открытого неба над головой, мирного неба и поменьше чрезвычайных ситуаций. Почетными гостями праздника стали ветеран органов чрезвычайных ситуаций Мейрам Искаков, а также заместитель акима Карагандинской области Андрей Липунов. Он поздравил спасателей от имени главы региона. Уважаемые сотрудники ветеранов органов ЧС, спасатели, пожарные, военнослужащие войск гражданской обороны, искренне выражаем вам благодарность за ваш самоотверженный труд. Желаю вам и вашим родным мира и спокойствия, семейного благополучия, здоровья и успехов в службе. С уважением, аким Карагандинской области, Нурбек Абдуллаев. После официальной части состоялся большой праздничный концерт, на котором спасатели поздравили воспитанники детского дома «Кулышлак», артисты театра музыкальной комедии и театра имени Сейфуллина. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Общественный деятель Зинеп Ахметова встретилась с жителями Караганды. Это первый визит в шахтерскую столицу известной писательницы. Встречи с ней здесь ждали. Зинеп Ахметова отметила, что для молодежи сейчас очень важны наставления старшего поколения. На встречу с известной писательницей собралось много горожан. Большой интерес появился к книгам, которые написала Зинеп Ахметова. Айзада Рахымжанова – постоянный посетитель библиотеки имени Гоголя, где проходил вечер встречи. Девушке очень нравятся труды писательницы. Одна из любимых ее книг – «Шокты-Кундер», так как в книге отлично передан образ казахской невестки. По мнению читательницы, Зинеп Ахметова – это яркий пример хорошей невестки, у которой многому можно научиться. Я люблю читать. В последнее время заинтересовалась книгами Зейнеп Ахметовой. Ее книги помогают мне в жизни. Читая их, я получаю много жизненных советов.
На протяжении всего вечера Зинья Пахметова делилась своими воспоминаниями о герое Советского Союза Бауржане Мамушлы. Также писательница затронула проблемы подрастающего поколения и их воспитания. На встрече читателям удалось обсудить работы Зинья Пахметовой. В основном сюжеты для книг брались из личной жизни писательницы. Женщина призналась, что многие работы были написаны на основе личного дневника. «Мой сын научил меня писать рассказы. Оказалось, это не так просто. Из всех жанров это самый трудный. Начинала я писать от руки, потому что тогда не было ни компьютеров, ни машин. Это было намного труднее». Все присутствующие остались довольны. Этот вечер помог участникам найти ответы на многие вопросы. Организаторы уверены, что подобные мероприятия войдут в традицию. А сердце Замбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С начала года прокуратурой Карагандинской области рассмотрено более 80 обращений палаты предпринимателей. 26% обращений удовлетворены. Защищены права более 300 предпринимателей. Такие данные озвучены в ходе заседания Совета по защите прав предпринимателей. Впервые мероприятие состоялось в стенах областной прокуратуры. В целом, многие проблемы бизнес-сообщества разрешаются совместными усилиями прокуратуры и палаты предпринимателей. Это отметил заместитель прокурора Карагандинской области Аспенби Жаралгасов. Совместная работа по защите прав предпринимателей направлена на снижение давления на бизнес со стороны государственных органов и на устранение административных барьеров. А барьеры эти, надо сказать, возводятся чиновниками часто. Да, в большинстве, ну, если вот так вот брать системные вопросы, это вопросы получения земельных участков. Не только крестьянское, фермерское хозяйство, но и предприниматели на территории городов, районных центров. В основном акиматы ссылаются, что не разработаны до конца план детальной планировки. То есть вот это им связывают руки, и они как бы не могут дать. Да. Когда начинаем разбираться, ну, получается, не всегда это происходит так, как они говорят. Иногда бывает, за этим лежат чьи-то интересы, чьи-то субъективные мнения, подходы. В случае возникновения проблем в осуществлении своей деятельности, бизнесмен всегда может обратиться в палату предпринимателей, либо напрямую в прокуратуру. В надзорном органе также отметили, что в каждом регионе Карагандинской области работают мобильные группы. Они призваны оперативно реагировать на все случаи нарушения прав предпринимателей. Принцип действия работы группы в случае, если предприниматели там видят, что к ним пришла необоснованная проверка или они сомневаются в ее обоснованности, легитимности, предприниматель может обратиться на телефон доверия данной группы, сообщить о данном факте. И данная группа незамедлительно выезжает на место и непосредственно на месте дает оценку действиям проверяющих органов. Для облегчения взаимодействия в ЦОНах области внедрен проект «Онлайн-кабинет прокурора». Суть проекта заключается в том, что предприниматель в здании Центра обслуживания населения через Skype может обратиться в прокуратуру области и рассказать о нарушениях со стороны государственных органов. Андрей Тен, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго!